Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Citroen C-Crosser 2007 года выпуска, 2.4 автомат, полный привод. На этом автомобиле мы сегодня заменим шаровую опору. Застучала она. Поднимаем автомобиль, снимаем колесо и снимаем рычаг. Поднял автомобиль, снял колесо. Вот так вот стучит шаровая опора. Берем, откручиваем болт и гайку на шаровой опоре. Ключ на 17. И открутим нашу стойку стабилизатора сверху. Ключик на 14 голов. Дождь пошел. А сзади держим палец ключом на 15. И откручиваем также стойку стабилизатора с другой стороны. Для чего это делаем? Чтобы нам стабилизатор поднять вверх, иначе мы не сможем приподнять рычаг. Откручивая его, рычаг упрется в стабилизатор и не даст нам вытащить болт из заднего сайлентблока. Открутил я с другой стороны тоже. Поднимаем стабилизатор вверх, и вот он нам уже не мешает. Теперь мы откручиваем оба болта крепления рычага. Это передний болт и задний. Здесь у нас ключ на 19. И откручиваем задний болт. Здесь тоже снизу на 19, а сверху гайка тоже 19. Сорвал головкой. Так, открутил болт, выдергиваем
шаровую опору из сапфа. И выдергиваем задний болт до конца. Для чего все эти манипуляции? У нас получается рычаг стоит немножко под углом, и болт из сайлентблока не выходит просто так. Поэтому его надо ослабить. Вот ослабили, вышел. А теперь снимаем рычаг полностью. Сайлентблок задний стоит полиуретановый, уже менялся, но он живой. Я не знаю, как он давно менялся, когда его устанавливали. Он живой. Передний сайлентблок стоит родной еще. Шаровая опора стоит родная, но немножко умерла. Идем ее выбиваем. Снял я пыльник с шаровой опоры. Снизу поставил чашку по диаметру, чтобы шаровая провалилась. Ну и сверху уперся в палец. Давим. Вот и все. Шаровую опору выпрессовали. Здесь с завода она стоит по бокам. Вот они, следы. Завальцована была. Как бы поджата. Вот он, паз есть. И в этот паз она была поджата. Новая будет на стопоре. Берем новую шаровую. Новая шаровая у нас будет фирмы «Три пятерки». Номер ее СБ-78-72. СБ. Идет вот такая вот шаровая опора. Идет стопорное кольцо. Пыльник. Нанесено немножко смазки. Смазки мы добавим еще. Ну и самошаровая. Берем, подбираем по диаметру, устанавливаем и запрессовываем. Задняя пятка здесь толстая, поэтому упираться будем прямо в нее. Корпус металла здесь позволяет это сделать. Завальцована шаровая сверху. Подобрал вот подходящую оправочку и берем, запрессовываем шаровую опору. Все, шаровая у нас села. Одеваем
стопорное кольцо. И потом уже оденем пыльник. Одел стопорное кольцо. Пробовал его и так, и сяк. Очень жесткое. Не получилось никак одеть. Круглогубцем его развожу. Оно изгибается и соскакивает. Взял здесь хороший конус. Положил кольцо сверху оправочкой. На тисочках задавил. Точно так же я сейчас сделаю и с пыльником. Не буду его уже мучить. Сейчас добавлю смазки. И также вот оправочкой. Он сюда плотненько встает. Через тисочки его запрессую. Но я уже это показывать не буду. Я объяснил, как. Пошел, сделаю. В пресс не пошел. Сделаю в тисках. Вот пыльничек поставил, смазки добавил. Все, пыльник у нас сидит на месте. И пыльник целый, и сел плотненько. Идем устанавливаем на автомобиль. Так, заводим сайлентблок. Мажем болт. Заводим передний сайлентблок. Сразу смажем гайку внутри. Болт тоже смазываем. Так, ну что, теперь осталось нам на заднем сайлентблоке попасть болт в верхнее отверстие.
Все, попали. Наживляем. И вставляем шаровую опору. Тоже смазываем болт. Болт вставим, наживляем. И протягиваем. Когда опустим, машина поедет все равно на развал. Передний сайлентблок перекрутят, но мы его не меняли, он стоит старый, поэтому он все равно уже двигается. Также не забываем про стабилизатор. Резьбу тоже смажу. Закручиваем и с одной, и с другой стороны стабилизатор. Протягиваем. Все. Задний сайлентблок затянули. Стойку стабилизатора затянули. Передний сайлентблок затянули. Шаровую опору затянули. На этом все. Замену шаровой опоры переднего нижнего рычага мы закончили. Всего вам доброго!